Если друг оказался друг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он связки с тобой одной, там поймешь, кто такой. Пой, братан, пой. Это Доля Воробская. Как льдыры чиндыры, там же у тебя что-то звучит, я слышу. Хорошо, вот это бой, вот это. Братанов все не везет на братанов. Какое? Говори, говори. Ай, мама джан. Кое вот это, ай, мама джан. Знаю. Ай, мама джана, мама джана, мама джан. Ай, мама джана, мама джана, мама джан. Синскан тырмин дайлэни, синскан онын зин. Ай, мама кэчин, мама синан, канын ин. Ой, мама джана, мама джана, мама джан. Нет, нету. Не, на самом деле ты вообще, у тебя голос там конкретного. Я тебе предлагаю, чтобы тебе срочно выходить на голос. Конкретный Вашпе. Нет. Вашпе, серьезно, вот просто Филипп Киркоров отдыхает. Спасибо, братан, честно тебе. Я на самом деле оцениваю твой голос там, и вот это с гитаром там у тебя там играешь очень хорошо. Спасибо. Давай тебе удачи, братан. Скоро у тебя будет все бабах, ништяк. Спасибо. Чтобы в бизнесе метро не лезть, хорошо? Не. Нет, такое не делай. Это не для тебя. Хорошо. Спасибо. Там много музыкантов, уже остальные в метро сидят там, зарабатывают. Ну я понял. Давай, братан, удачи тебе. Да, спасибо. Счастливо. Блять, Димас! Димас! Ебать! Я тебя нашел, блядь, сука! Блядь! Ребята, нахуй, прикиньте, как мне свезло, я, блядь, живу в Беларуси, нахуй! Ем дошик, блядь, а? Стрим песни по заявке, ну ёб твою мать, сука! Димас! Все нормально. Все отлично, привет. Дима! Тише, матом его только не ругайся, я тебя прошу. Сейчас стрим идет. Ребята, извините меня, маленького школьника, девятиклассника. Ну, представляете, это же даже не Ивангай. Представляете, что будет, когда я Ивангая встречу? У меня просто жопа разорвется, блядь. Да это даже не Ивангай. Далеко не Ивангай. Ай, ну... Сегодня какие-то... Было очень скучно и стало очень-очень весело. А какую песню можешь сыграть? А вот эту Чижко песню о любви, знаешь? Чижа компания о любви. Дружище, тебе как не спеть? Ты что, конечно, спою тебе. Куплетик тебе, как обычно, ну, как ты что? А не спеть ли мне песню? Красавчик. Ладно, можешь напоследок? Скоро родители придут, если они будут видеть меня, что ору из-за какого-то гитариста, они меня ёбнут скалкой, пожалуйста. Из-за какого-то может... гитариста, нифига себе! Ого, гитариста! Ох ты! Хоть кто-то отзывается. Слушай, вот устал общаться с сильным полом. Понимаешь меня, да? Ну, хочется... Хочется. Хотя не, шучу я. Я даже, знаешь, не знаю, что у тебя спросить. Что ты как-то, знаешь, дурацкий вопрос, что ты здесь делаешь, я не хочу задавать. А стандартный, откуда ты и что, тоже как-то. Может, ты скажешь сама что-нибудь? Что тебе интересно? Мне интересно? Какую музыку ты слушаешь? Мне разные направления нравятся, мне не важно. Я просто, знаешь, как я бывает слышу песню, и все, мне она нравится. Вот эти нет вот. Нет определенной музыки. Нет типа какого-то музыки. Нету, да? Тебе, наверное, спеть может что-нибудь. Я сижу, а просто. Что ты можешь я сижу спеть? Пою.
Пою, да все подряд, честно. У меня такой, то есть, разноплановый. Кроме рэпа я пою все. Ну, давай что-нибудь. Да без проблем. Как говорится, как я могу отказать? Как? Ты плыл в небеса, но был спущен на землю, и раненый в сердце, мечтаешь за целью. Но эта уловка всем битым знакома, в любви без страховки живут миллионы, миллионы. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Пусть врут, что крепчаем от новых предательств, подбитый изменой не ждет доказательств. Кто крыльев лишился, боится влюбляться, но должен над страхом потери подняться, подняться. Нас бьют, мы летаем, мы боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи, неудачи. Спасибо. Красиво, как ты. Слушай, а ты знаешь эту песню, да? Какую? Ты что-то пел? Да, вот эту. Да, я слышала, да. Я сейчас... Здорово. Здорово. Так все же, откуда ты? Я из Минска. Из Минска. И на данный момент как бы из постав. Спасибо тебе за то, что ты адекватная, за то, что ты такая красивая, за то, что ты выслушала. И дай бог тебе здесь не сидеть, чтобы ты сейчас выключила и пошла спать. Потому что здесь... и встречать только адекватных. Пока, 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 красотка. Пес. Давай твою пачку. Свою пачку. Очень старая песня. Да, очень старая и очень охуенная, по моему мнению. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. Тоже. Очень много гитаристов попадается, и знаешь, их просишь что-нибудь сыграть, а они такие, а, Б, М, А, чё, блядь, и... А, М, Д, М в итоге, да, знаешь, и все, и пиздец, блядь. На этом все заканчивается. Блядь, ты молодец, ты классно играешь и классно поешь. Блин, парень, спасибо, что я вас встретил. В очередной раз я убеждаюсь, что в Беларуси какие-то больше адекватных людей. Честно, честно. В Беларуси есть классные люди, да. Ну, спасибо, парни. Ты не исключение. Мы банда. Давайте. Пока, дружище. Да. Друзья, всем спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. Берегите себя. Всем пока.